На создание подобного творческого пространства главу общественной организации «Творцы Одессы» натолкнул случай с жизни. Однажды, желая создать многофактурную новогоднюю елку и не имея достаточно знаний, Светлане пришлось посетить несколько мест для воплощения в жизнь задуманного. Так и пришла идея собрать под одной крышей всех мастеров. Мне пришлось приложить довольно много усилий, то есть найти ПВХ, найти, где мне порезать ПВХ на фрезерном станке, найти место, где мне ее покрасить из баллончиков, потому что в квартире этого не сделаешь, запах и грязь. Найти, где пошлифовать, потом как ее зарядить светодиодами, чтобы она светилась и так далее. И это стоило мне массу усилий и времени. Я подумала, было бы здорово, если бы можно было прийти в одно такое место, да, привлечь различных специалистов, посоветоваться у разных мастеров и реализовать эту идею буквально за полдня. В коворкинговом арт-пространстве «Творцы Одессы» на Черноморского казачества 16 есть гончарная и художественная мастерские, студия инженерии и электроники, витражная мастерская, бутафорная, а также клуб вязания и шитья. Впервые в Одессе мы будем давать мастер-классы по витражному делу. То есть до нас еще никто этого не делал. Еще не запустившись, инженерная студия у нас разрабатывает технологии, связанные с голограммами. Разрабатывают технологии, где за счет Air Generation технологии мы будем, в общем-то, давать освещение на улице. Александр Ветьман, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».